Вот как гоняет он голубку, вот этот голубь, это ухаживает так, на гнездо ее гонит. Он гоняет ее уже третий час подряд. И вот этот, который за ней ходит, вот крутится сзади, это тот, который вырос у меня. Я в ухо еще ложил семечки, он клевал, голубенок был. Он какой боевой. Это он ее так любит. Такой порядок. Она не слушается, и он гонит ее на гнездо. То есть он уже ее потоптал. Она оплодотворилась, а теперь вот он ее гонит и гонит. Живут как голубь с голубкой. То он вылетает в форточку, то она. Видишь, как он перед ней еще-то. Вот он показывает, как он большой, какой он красивый. Ну, конечно, красивый. Вот он у меня вырос на руках. У него с правой стороны пятнышко на шее. И вот он гоняет, гоняет, гоняет целыми часами. Мало того, клюнет, а сам прям буквально на хвост ей грудью давит. Вот кто не видел, как голуби ухаживают? Петух тот догонит, надо, не надо, свалит ее, потоптал и вся. А этот нет. Без его согласия у них ничего не получится. Сегодня у нас 2 июня 2017 года. Вот он опять погнал ее. И не вздумай это помогать ей, от него избавиться. Это ухаживание такое. Устал. А бывает другой самец, голубь за ней тут рядом. А он не глядит, гонит и гонит. А тот сразу отстанет. Чтобы два гнали одну, такого не видал даже. А то у меня тазики с водой стоят вот. А вот это у меня дикари тут прижились. Они меня сильно скрашивают. Ох, грудь-то как блестит. Вот он гонит ее. Ей некуда деваться, ничего. И она знает, что это любовь у него такая. И долбит ее попутно. Шалкушки дает, ее гонит. Вот так вот. Видишь, он как? Ну. Вон она улетела далеко. И он за ней теперь там ухаживает. Далеко улетела. Ну, я съемщик-то такой. Показать тут. Я раньше много держал голубей. В одну селекцию только убрал сразу больше 300 с одной голубятни. Они прожорливые такие. А сейчас у меня немного их. У меня еще большой падеж среди молодняка. Бросают, не кормят. Они с голоду помирают. А она в это время рядом уже гнездо сделала опять. Сейчас не знаю, если новое гнездо будет делать, разорять надо, чтобы докормить сначала этого. Прихожу, два сразу в гнезде. Вчера только были и не стала кормить. Снесла яйца и села. И среди гнезда сидит, и рядом два мертвых ее голубенка. И она даже никакой, безжалостная какая, глупая птица. Вот этот тоже пошел за какой-то. А, это он ее голубку нашел. Черненькое пятнышко с левой стороны. Из дикарь к ней. Мало того. Она присела, он уже топтать ее хочет. Ну, это вообще, видимо, он ее избрал. Вот так, все. И она сразу полетела. Все, что хотела, получила. А он теперь пошел туда. Дикарь. Дикаря пустил, чтобы между собой они только жили. А он у меня тут сосватал белую голубку. Этот гонит ее.
Он как еще, какие пируэты делает. Вот руки трясутся. Такая съемка. Трясутся руки от того, что мало сделали добра. Прошла их резвость и пора. Специально вышел, чтобы снять, показать, как голуби ухаживают за своими подружками. Все расцвело. Все тут у нас качели, видать. И елка, прекрасная елка и березы. А это у меня по двору голуби ходят. Вот он подошел рядом. Она хочет взлететь, видимо. Что-то не очень так крыльями не машет. Трясет крыльями. То ли боится не залететь, то ли еще. Бывают по немощи старые. Ну еще вот тут, это я семечки тут кидал сейчас. Ну, любят семечки. А то ли летать не может. Сейчас я подойду к ней. Ну-ка. Ну, не может. Еще не может она. Так просто она балуется. Вот они где на крыше. И он там уже ей танец исполняет. Все, на той стороне она пошла. Ух, какой он из себя красавец. Но когда один топчет голубку, а другой где-то рядом, тот старается шибить ее по решетке. А то у меня от кошек, от разных крыс решетку. И все везде железное. Прямо все поедали крысы. Приду, только одни головы отголубят. Сейчас нет, ничего, все. Вот он погнал ее. А это не его, кажется. Или его. Вот теперь целоваться будет. Перед тем, как потоптать, обязательно целуется. Никакой птицы этого нету. А тот попутно еще где-то поухаживает. Ну, все тогда. Все. Слава Богу. О, далеко там дом большой. Я выпросил, чтобы меня разрешили туда подняться и привязать бутылки. Отсюда дергаем за проволоку, и они гремят. И эти все голуби слетают. Сейчас этого нету. Не знаю, луну видать, не видать тут луна. Да, интересно. Голубей никогда не надоест смотреть.